Наш экскурсионный день подошел к концу. Как вы видели, не было совсем свободного времени, к сожалению, просто невозможно так далеко ехать и еще целый день гулять по Риму. Кто-то из вас уже завтра едет на следующую экскурсию, поэтому будет возможность у вас приехать еще раз в Италию, может быть, уже в Рим на несколько дней, для того, чтобы уже более подробно изучить этот город. На экскурсиях я и мои коллеги пересчитываем вас по 100 раз. Для вас это, может быть, кажется смешно, что мы как бегаем за вами. Но я всегда рада, когда я уезжаю с полным автобусом, никого не оставляю ни в Риме, ни в Венеции, в Риме тем более, потому как ехать потом далеко до Римини.